Всем огромнейший привет! Сегодня готовлю, наверное, самый-самый простой торт. Когда мне было раньше некогда, я детям готовила или из рулетов такой торт, или из пряников, из чего есть. В основном брала шоколадные пряники, но сегодня вот не попалось мне, у меня сливочные пряники. Нужна будет сметана, бананы и сахар. Сахар, опять же, сахар по желанию. Если вы не любите сильно сладкое, то сахар можно не добавлять. Пряники, бананы очень сладкие, поэтому без сахара можно обойтись. Форма у меня вот такая вот. Бананы режем кружочками. Сметанка у меня 20%, но лучше всего пожирнее сметанку. Так, я-то положу сахара. У меня сегодня внучки сладкоежки. Все, начинаем собирать тортик. Укладываем прянички. После пряничков укладываем бананы. И вот так чередуем пряники, сметана, бананы, сметана. Можно, девочки, этот тортик готовить с кусочками ананаса, консервированного, с киви, вообще с чем угодно, мне очень нравится. После каждого слоя пряников я немного утапливаю это, чтобы поплотнее он был. Не такая уж у меня маленькая миска. Вместила в себя 600 грамм пряников. Будет здесь 700 грамм сметаны, сахара, 4 ложки. Ай да я, ай да кулинар от Бога. Дольше в магазин ходила за пряниками, да за сметаной. Вот и торт мой готов. Я прямо в шоке. Как мне нравятся такие рецепты. Так, все, это был последний у меня слой. Сейчас я его запакую и поставлю в холодильник. Конечно же, если бы он у меня простоял ночку, то это было бы вообще супер. Ставлю на застывание. Прям не устаю восхищаться собой. Готовить этот торт, конечно, очень быстро, но если вы хотите, чтобы он пропитался, желательно его вечером приготовить и на ночь, чтобы он стоял в холодильнике. Мой торт простоял 8 часов. Вот видите, в каком он сейчас виде. Пряники такие все пропитанные. Так, сейчас мне нужно его переложить на тарелку, на которую я буду подавать его. Я перевернула тортик на тарелочку. Теперь мне нужно снять только пленочку. И украсить его можно. Ко мне тут пришла София. Помаши ручка. Украшать мы его будем крошкой от печенья. Давай, помощница. Сыпь. Помощница моя хочет мне помогать. Иди сюда, встань сюда. А что? Ну сюда вставай, тебе неудобно же. И потихоньку посыпай. Бери, бери. Ты же помогаешь. Не стесняйся. Ты в курс вошла? Быстро вписалась в дело. Маленькая помощница. Вот все время рвется помогать. Все хочет помочь. Ой, вот тут белое. Ну ничего страшного. Какой вкусный тортик будем кушать. Да. И у меня есть вот такой вот жидкий шоколад. Из Америки привезла. Сейчас польем еще сверху. Помощница моя вздыхает. Смотрите, какой шоколад тоненькой струечкой. Ох, и вкусный тортик у нас будет. Да, София? Угу. Ты любишь такой тортик, политый шоколадом? Ну как? Вкусно? Угу. Ну все, ставим в холодильник и ждем своего часа. Вот такой вот у нас
Замечательный, быстрый, легенький тортик. Вкусный, так. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. И всем желаю крепкого здоровья. Увидимся.